На основе анализа деятельности специализированных организаций, привлекаемых к коммунально-бытовому обслуживанию войск, принято решение по объему и перечню функций, выполняемых ими и штатными подразделениями воинских частей. По таким направлениям, как организация питания и банно-прачечное обслуживание в стационарных условиях, обеспечение сторонними организациями себя оправдало и будет использоваться на долгосрочную перспективу. Питание, помывку личного состава и обеспечение горюче-смазочными материалами в полевых условиях осуществляют штатные подразделения воинских частей. В этом году все военнослужащие обеспечены новыми предметами военной формы одежды, адаптированными к различным климатическим условиям. Наращивались темпы совершенствования инфраструктуры объектов материально-технического обеспечения. Для улучшения условий хранения вооружения и военной техники впервые в вооруженные силы начата поставка тентомобильных укрытий. Их преимуществом является быстрый монтаж и возможность демонтирования при передислокации войск. В данных укрытиях размещены поступившие в войска ракетные комплексы «Искандер-М». Формируется новая единая логистическая система вооруженных сил. Вместо 400 устаревших баз и складов будет построено 24 производственно-логистических комплекса, реализующих передовые технологии учета и переработки грузов. Для их возведения привлекаются в том числе средства инвесторов. В этом году строительство таких комплексов начато в Наро-Фоминске и Армавире с завершением работ к концу 2015 года. В рамках приоритетных направлений, реализуемых в программе «Эффективная армия», проводится работа по газификации котельных, оснащению зданий и сооружений Минобороны России приборами учета холодного и горячего водоснабжения, электрической и тепловой энергии. Это позволит осуществлять оплату за топливоэнергетические ресурсы в соответствии с фактическими объемами их использования и экономить до 2,7 миллиарда рублей ежегодно.